Жалко. Что? Жалко. Снимай все, Максим. Там еще ваши руки. Максимка, устал? Ну вставай тогда и прыгай. Тихо, тихо. Куда посадишь, дашь лопаток? Ну, вот это... Стой, стой. Не знаю, что лучше. Стой, я одену. С одной стороны, конечно, для мамы спокойнее. А другой стороны, Кристина. По жизни, Кристина, это ты знаешь, по жизни может быть. Может провалиться, будет очень больно, она здесь защемится. Давай. Тогда кто-то будет...
Нет, тогда ты будешь прыгать. Прыгай в серединке. Хотел поймать. Оп, поймал. Давай вместе. Лучше.